Коллеги, ProDexpo 2021, у нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Васильевых Андрей, компания «Дикоросы игры», Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район. Занимаемся мы производством пищевых полуфабрикатов из сфагнумовых мухов для производителей пищевой индустрии. Это хлебобулочных изделий, это безалкогольных, алкогольных напитков, это мармелада, шоколада и соусы для консервации, рыбы и мяса. Продукт наш инновационный, на этой выставке представим впервые, так как у нас привезли мы его, потому что в тренде сейчас органическое питание, экологически чистое. Вот, мы его собираем у себя в округе силами коренных малочисленных народов севера, которые издавна использовали сфагнумовые мехи, это ягель и сфагнум. С ягеля они варили кисели, а с сфагнумом перебинтовывали себе раны, потому что природный антисептик подавляет гнилостные процессы. И мы решили переработать его, запатентовать технологию и переработать его в пищевой полуфабрикат, чтобы люди пользовались плодами природы и получали пользу. Вполне в духе времени. Расскажите, в каком формате вы будете поставлять ваш продукт? Вот я вижу большую упаковку, вижу маленькую. Да. Абстракт сфагнума используется для хлебобулочных изделий, для бакалеи, для булочек, кексов, печенья. Обладает рядом полезных свойств и качеств. Дальше это субстракт растительный, сублимированный. Используется для приготовления безалкогольных напитков, мармелада и алкогольных напитков. Напитковая основа, концентрированный. Вот. Дальше это субстракт пищевой. Используется для производства, для консервирования, маринады, мяса, рыбы, производства сухарей. Вот. И субстракт ягеля. Используется для шоколадных изделий, это и шоколадных паст. Очень интересно, и как раз в духе 21 века, когда все стремятся правильно питаться и находить при этом что-то издревле полезное, но в новой упаковке для наших новых реалий. Желаю вам удачи, желаю найти партнеров и, надеюсь, крупные ритейлеры заинтересуются вашим продуктом. Спасибо большое. Спасибо. Да, ритейла нет, я не ищу, конечно, конечного потребителя. Мой формат B2B, работа с производителями, которым также интересны новые тренды, новые позиции в своих ассортиментах, которых нету аналогов. Поэтому спасибо большое. Доброго дня. Спасибо.